Стекло разбилось, блин. Хоп. Все, теперь нормально. Ну что, собакин, что тут сидишь? Эх, ё-моё. Делаю-ка я чапку. Хочу свой огород построить, а то достал у Ашоту все тырить. Во-первых, далеко, блин, и как-то неудобно перед Ашотиками. Они там на одну харю больше из меня им прибавилось. Эх, ладно, так. Железо, сейчас сделаю ведерко. И пойду за водой. Сейчас ночь, придется выйти. Чё там, куда ты идти, а? А, так, ладно. Надеюсь, тут криперы. Опа-на. Надеюсь, он меня не заметит. Так, осторожненько. Идем в водичка. Все, назад, назад. Трам-пам-пам, пам-пам-пам. Так. Так. Осторожненько. Ну чё там, курицы? Маленькие еще, ну ладно. Так, что я хотел-то? Чё? А, точно. Где лопата? Вот она. Так. Так, ночь. Ночь в ночи, во. Клёвый стишок, ночь в ночи. О, Крипер, привет. Ты меня не достанешь. Так что обломись, не подзаревёшь. Так, где ж бы мне тут огород-то построить на этой маленькой площади? А, вот так вот нафиг. Так, а тут на углу тогда... Точно. Это сюда. А тут сейчас тогда мы сделаем... Так, вот он, деревенька. Надеюсь, Ашотики не против, что я них последний раз беру хлеб и семена. Мне для огорода надо. Ну, не против же они ж, Ашоты, молчаливые, как партизаны. О, собака, привет. Чуть тебя лопатой не огреб. Свинья, чё тебе надо? Чего ты скулишь, Харитоныч? Так, это сюда я посажу тогда, чтоб... Так, клумба, то есть грядка. Собакин, ты... Ай, блин, поосторожней! ДТП тут не устроил. Ну ладно. Так, вот тут вот. Значит, где моя тяпочка? Два, два. Блин, собака, уйди. Два, три. Окей. Теперь семена. Да уйди ты, ё-моя собака. Чё тебе тут? Чё ты вся скулишь-то? Чего тебе надо? Не знаю там. Харитонку какую-нибудь. Не садись на мой сундук. Молодец. Вот сюда вот, да. Все, если сидеть. О, хорошо. Так, все. Уйди ты от меня. Тупой зеленый хрен. Уйди. Ой! Нифига себе он меня отбросил. А, ну ладно. Где они, интересно, рождаются? Всегда мучил этот вопрос. Да, Харитон? Пошли. Так. Ну что, свиньи? Давайте, сношайтесь, мои. Пожалуй, я выйду, а то тут романтическая такая обстановочка.
Так, надо закрыть эту дыру, а то еще спи... Блин. А, побег, побег, побег. Иди-ка сюда, ты куда курица пошла, тупая? Ща, хопа, закрыть. Иди-ка сюда, куда ты? А ну, пихай. Пихай назад. Пихай на ферму. Так, а ты куда еще захотел? Идите, сыночка, воспитывайте, или дочку, кто там у вас. Так, а я Так, что сейчас интересно по телевизору показывают? Глубокая ночь, ну, может, что-нибудь нормально показывают. О! Прикольно. Что за... Такой был последний день моей спокойной жизни. Я не знаю, что тогда взорвалось, но это было ужасно. Что будет потом, узнаете в следующем эпизоде. На этом пролог подходит к концу.